Мы столько лет, ну, по крайней мере, 28 лет независимости нашего государства, все жители города Одессы, все гости нашего города, все, кто любят и знают Одессу, и прилетают на самолетах, ждали этого проекта. Ждали новой взлетно-посадочной полосы и нового пассажирского комплекса. Все ждали, все надеялись. Я уверен, что строительство взлетно-посадочной полосы пассажирского комплекса позволит нам увеличить наши возможности привлечения туристов, привлечения бизнеса в наш город. Это самое главное. Очень приятно, что мой родной город, в котором я родился, сегодня реализовал самый масштабный проект за всю историю, новейшую историю города Одессы.